матч. Ну там табло уже все сказало, что-то говорить. Вопросы есть? Пожалуйста. Сергей Павлов, газета «Рабочий путь спорт». Такой вопрос. Вот если бы что-то смогли бы изменить перед началом матча, что бы вы сделали? Ну, я бы немножко состав изменил бы. Конечно, я так считаю, что все-таки что-то такое похожее. Не знаю, может быть, это «Спартак-2» остановился или что, но второй тайм был более такой, скажем, содержательный. И, в принципе, были хорошие подходы, были моменты. Вот голевые моменты были. Ну, мы их не использовали, конечно. Но они были. Что вот, в принципе, знаете, добавляет оптимизм. Отсутствие некоторых игроков в составе, в частности, Михаила Петрусева, насколько это сильно сказалось в сегодняшнем матче? Ну, конечно, это мало того, что выбывают игроки основного состава. И, в принципе, те игроки, которые играют у нас ведущие позиции, это не только он, и еще есть ребята, и, а как потом вы, ну, понимаете, у нас очень много травмированных, или вот недомогание было у ребят обороны. Поэтому вот в такой обороны мы вышли вообще впервые. То есть, по большому счету, вот первый раз вот ребята в таком составе играли. Пока разбирались туда, плюс ошибки, и вот так получилось. Было вообще, ожидали то, что «Спартак» начнет так активно прессинговать и забьет так много в самом начале? Ну, то, что забьет в самом начале так много, я, конечно, не ожидал. Но то, что они будут прессинговать, будут они держать мяч, будут владеть мячом, это, конечно, я предполагал. Тем более, это я знаю, что на этом и ставится и школа, и вообще идеология «Спартака». Поэтому мы об этом говорили. Но одно дело говорить, другое дело сделать. Спасибо. Еще у кого есть вопрос? Спасибо.